Саланцы – это хутор в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Нижнекорецкого сельского поселения. В этом поселке находится одна улица, которая называется улица 8 марта. Хутор Саланцы расположен вблизи санатория имени Цурюпы и села Масловка, в 8 километрах от Нижнего Икорца. Воронежский краевед В.П. Загоровский в книге «Историческая топонимика Воронежского края» пишет: «Саланцы – это 7 поселений, 2 села и 5 хуторов на территории Воронежской области. Саланцами называют земли с выступающей на поверхности солью. Селения Саланцы расположены у таких урочищ. По мнению краеведов М. Зюбина и В. Прохова, хутор возник при санатории имени Цурюпы, но оба краеведа не указывают дату основания. В Государственном архиве Воронежской области удалось обнаружить документ, на основании которого можно установить время основания хутора, материалы о выделе земли в урочище. В документе говорится о том, что в 1926 году жителю села Нижний Корец Николаю Сушкову с группой граждан Среднекорецкой волости были выделены земли для последующего образования поселка. В деле содержатся документы, датированные 11 декабря 1926 года, 3 марта 1927 года. Именно в 1927 году состоялось открытие санатория, названного в честь Александра Дмитриевича Цурюпы. Но поселение возникло не на пустом месте. Примерно с 1924 года здесь уже селились люди, возможно, самовольно. Документов о разрешении на поселение не существует. При этом по переписи населения начала 1925 года в поселке Саланцы Среднекорецкой волости Масловского сельсовета в 21 дворе проживал 101 житель. Таким образом, в начале 1925 года поселение уже существовало, так как в последующей переписи 1928 года в поселке проживало 102 человека. Можно предположить, что население за 3 года не прибавилось. Следовательно, найденный документ свидетельствует не о том, что к весне 1927 года жители Нижнего и Среднего Икорцев решили поселиться, а скорее о получении разрешения на ранее созданные поселения. Таким образом, хутор Саланцы, скорее всего, был основан не позднее осени 1924 года. В 1932 году здесь проживало 135 человек. Входило в Среднекорецкое сельское поселение. По немецкой карте 1941 года в Саланцах было 25 дворов. В период боевых действий на Дону хутор Саланцы входил в прифронтовую зону. Жители работали в полевом госпитале 309-й стрелковой дивизии, который располагался в санатории имени Цурюпы. В 1959 году входил в состав колхоза имени Крупской. На основании решения Воронежского облсполкома 1959 года был упразднен Масловский сельский совет. К концу года поселение было включено в состав Нижнекорецкого сельского поселения, а территория была подчинена колхозу имени Сталина. В 1962 году колхоз имени Сталина получил название «Маяк». В 1982 году здесь располагалось 18 дворов, в которых проживал 31 человек. Находилось в составе Нижнекорецкого сельского поселения. А в 1997 году проживало 5 человек. В 2020 году там проживает 2 человека. В данный момент этот хутор представляет собой дачный поселок. У 2 людей там есть постоянная прописка, а остальные не прописаны, но используют эти домики для отдыха и имеют там садовые участки.